Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам предложить вот такую модель пинеток. Эти пинетки связаны без шва. Начало вязания идет с язычка, начинается пинеточки. Затем вяжем мысочек пинетки. Мысок пинетки в мастер-классе я дала очень подробно. Каждый ряд провязываем вместе. Затем переходим к вязанию подошвы. Вывязываем задник пинеточки. Бортик. Затем резиночкой свяжем 2 на 2. Давайте померяем, какая длина подошвы получилась в этих пинетках. Получается, эти пинетки на 11 размер, 11 сантиметров подошва. Вот. Пряжу для этих пинеток я использовала фирмы Yarnart в 50 граммах. 150 метров. Пинетки я вязала двумя цветами пряжи. Спицы использовала номер 3. Кого заинтересовала эта модель пинеток? Давайте приступим к вязанию. Набираем на спицы 14 петель. И будем вязать платочным вязанием. То есть с лицевой и с изнаночной стороны будем провязывать петли лицевыми. Всего нам надо будет провязать 17 рядов. В конце ряда петелечку будем провязывать изнаночной петлей. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно 17 рядов платочным вязанием. Затем продолжим вязание вместе. Провязали 17 рядов платочным вязанием. Закончили мы вязать хлястик. В сантиметрах это получается 4 сантиметра. Теперь будем вывязывать мысочек пинетки, начиная с 18 ряда. В этих рядах, те, что ряды будут вязаться с лицевой стороны, это будут четные у нас ряды, мы будем делать накиды. Изнаночные ряды у нас будут нечетные. В них мы будем провязывать накиды за заднюю стеночку, чтобы не было дырочек. Давайте распределим петельки в 18 ряде
для вывязывания мысочка. Кромочную петелечку снимаем, провязываем одну лицевую петлю, делаем накид, одна изнаночная петля, снова делаем накид, 8 лицевых петель. Накид делаем, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая петля и последнюю петлю провязываем изнаночной. Провязали 18 ряд. Теперь давайте пометим последний ряд язычка. Последний ряд платочного вязания пометим маркером. С одной стороны и со второй стороны. Повернули вязание. Это у нас 19 ряд. Кромочную снимаем. Так как я уже говорила, в этих рядах это нечетные ряды и изнаночная сторона работы, мы здесь будем провязывать накиды за заднюю стеночку. Вяжем лицевыми петлями. 1, 2 петли накид провязали за заднюю стеночку. 3, снова накид провязываем за заднюю стеночку, 4, провязали 4 лицевые петли, теперь 8 изнаночных. Провязали 8 изнаночных петель. Теперь до конца ряда будем вязать лицевыми петлями, накиды провязывать за заднюю стеночку. Здесь у нас должно быть 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Провязали. 20 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая петля. Делаем накид. 1 лицевая петля. Накид. 2 изнаночные. Восемь лицевых петель. Провязали 8 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая петля и кромочная изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Двадцать первый ряд. Кромочную снимаем, вяжем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Накиды мы провязали за заднюю стенку. 8 изнаночных.
провязали 6 лицевых. Здесь у нас будет 6 лицевых, накиды провязывали за заднюю стеночку, кромочную вяжем изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. 22 ряд вязания, и в этом ряду мы на 8 лицевых петлях будем формировать косичку. Кромочную снимаем, провязываем 1 лицевую, делаем накид, вяжем 3 лицевые, делаем накид, 2 изнаночные провязываем. И теперь будем формировать косичку. Снимаем на дополнительную спицу 2 петелечки и оставляем их за работой. Вот так. Провязываем 2 лицевые с левой спицы. Затем провязываем 2 лицевые петли с дополнительной спицы. Снова снимаем на дополнительную спицу 2 петельки. Оставляем их перед работой на этот раз. Провязываем 2 лицевые петли, что находятся у нас на левой спице. И провязываем 2 петелечки из дополнительной, что мы снимали петельки. Провязали. Вот так мы сформировали косичку. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Делаем накид, 3 лицевые. Делаем накид, 1 лицевая петля. И 1 изнаночная, кромочная петелечка. Поворачиваем вязание. Это у нас 23 ряд. Здесь мы провязываем накиды за заднюю стеночку. Кромочную снимаем. Вяжем 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 лицевых петель. Теперь у нас идут петли косички. У нас их здесь 8 изнаночных. Провязали. Далее у нас будет 8 лицевых петель. Накиды провязываем за заднюю стенку. Кромочная провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание. 24 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель провязали. Сделали накид. 2 изнаночные.
8 лицевых петель. Две изнаночные провязываем, делаем накид, 5 лицевых петель, 1 лицевая и кромочная изнаночная. Поворачиваем вязание. Это у нас будет 25 ряд. Снимаем кромочную. Здесь у нас должно быть 10 лицевых петель. Накиды вяжем за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 изнаночных петель. Петли косички, 10 идут 10 лицевых петель и кромочная изнаночной. Провяжите, пожалуйста. 26 ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, делаем накид, 7 лицевых петель провязываем, 2 изнаночные, и в этом ряду снова формируем косичку. 2 первые петелечки снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой, провязываем с левой спицы 2 лицевые петли, теперь провязываем 2 петли из дополнительной спицы, при желании их можно вернуть на левую спицу, затем провязать. Но я буду провязывать из дополнительной. Снимаем петли с левой спицы на дополнительную, оставляем их перед работой. Провязываем 2 петельки лицевые с левой спицы и из дополнительной провязываем 2 петли. Теперь вяжем 2 изнаночные. Делаем накид. 7 лицевых петель. Делаем накид. 1 лицевая и 1 изнаночная петля в конце ряда. Поворачиваем вязание. Двадцать седьмой ряд. Это изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем. 12 лицевых провязываем. Не забываем накиды провязывать за заднюю стенку. Провязали. Теперь 8 изнаночных петель.
провязали 8 изнаночных, теперь далее 12 лицевых петель, провязываем до конца ряда и кромочную провязываем изнаночной. 28 ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, делаем накид, далее вяжем 9 лицевых петель. Провязали 9 лицевых петель, делаем накид, 2 изнаночные, 8 лицевых петель. Провязали. 2 изнаночные петли провязываем. Делаем накид. Далее 9 лицевых петель. Сделали накид, 1 лицевая и 1 кромочная. Поворачиваем вязание. Это у нас будет 29 ряд. Кромочную снимаем. Здесь провязываем 14 лицевых петель накида за заднюю стеночку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель провязали. Далее 8 изнаночных петель. Петли косички провязываем. Четырнадцать лицевых петель и 1 кромочная петля. Накиды провязываем за заднюю стеночку. Провязывайте до конца петли. 30 ряд. Это лицевая сторона работы. В этом ряду мы будем формировать косичку. Снимаем накид. Снимаем кромочную, провязываем 1 лицевую петлю, делаем накид. Далее вяжем 11 лицевых петель, провязываем все петли до 2 изнаночных петель. Здесь должно быть 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Вот мы провязали 11 петель. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. И вот перед ними мы делаем накид. Теперь провязываем 2 изнаночные. Формируем косичку. Как и предыдущие разы мы провязывали. Провязываем теперь из дополнительной спицы. Теперь оставляем, снимаем петли и оставляем перед работой. Провязываем из дополнительной спицы. Вяжем 2 изнаночные петли. У нас такие идут дорожки возле косички с одной и со второй стороны изнаночных петель. Делаем накид.
провязываем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель провязали, сделали накид, 1 лицевая петля и кромочная изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Изнаночная сторона работы. Это у нас 31 ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 16 лицевых петель. Накиды за заднюю стенку мы провязываем. Провязали. Затем идут 8 изнаночных петель, петли косички. Провязываем их изнаночными. А затем идут лицевые петли, 16 петель лицевых и 1 изнаночная кромочная петля. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. 32 ряд, это лицевая сторона работы. Кромочную снимаем. 1 лицевая, делаем накид. Вяжем петли до изнаночных петель. Здесь у нас должно быть 13 петель. Мы их провязываем лицевыми петлями. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель. Делаем накид, вяжем 2 изнаночные петли, 8 петель косички провязываем лицевыми петлями также. Далее 2 изнаночные петли. Делаем накид. Здесь у нас 13 лицевых петель. Провязали. Накид, 1 лицевая петля и изнаночной провязываем кромочную. Поворачиваем вязание. 33 ряд. Изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем. Здесь мы провязываем 18 петель лицевые. Накиды за заднюю стенку вяжем. Не забываем. Довязываем петельки 18. Теперь у нас идут 8 изнаночных петель. Петли косички. Довязываем изнаночные петли. Затем до конца ряда вяжем лицевые петли. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Лицевая сторона работы. И у нас 34 ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 1 лицевую, делаем накид. Далее 15 петель. Вяжем до 2 изнаночных петелек. Провязали 15 петель.
Сделали накид, вяжем 2 изнаночные. Теперь у нас снова формируется косичка. 2 петелечки оставляем, снимаем и оставляем за работой. Провязываем 2 лицевые. Теперь из дополнительной спицы. Снова снимаем 2 петли, оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевые. Теперь провязываем из дополнительной спицы. Далее вяжем 2 изнаночные. Делаем накид. 15 лицевых провязываем. Делаем накид, 1 лицевая и кромочная. Поворачиваем работу. Изнаночная сторона работы. Это у нас 35 ряд. Кромочную снимаем. Здесь у нас будет 20 лицевых петель. Накиды не забываем провязывать за заднюю стеночку. Довязываем 20 петелек. Затем идут 8 изнаночных петель. Это петли косички. Далее вяжем до конца ряда лицевые петли, кромочная и изнаночная. Провязываем. Лицевая сторона работы, и у нас 36 ряд. Кромочную сняли. 1 лицевая. Сделали накид. Теперь вяжем 17 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Довязали до 2 изнаночных петель, сделали накид, провязываем 2 изнаночные, 8 лицевых петель. Две изнаночные. Делаем накид. Провязываем 17 лицевых петель. Делаем накид и кромочная изнаночная. Провязываем. Изнаночная сторона работы. И вяжем 37 ряд. Кромочную сняли. Провязываем 22 лицевые петли. Не забываем накиды провязывать изнаночной, за заднюю стенку вяжем накид. Провязали 22 петли.
Теперь у нас идут 8 изнаночных петель. Провязали. Далее до конца ряда идут у нас 22 лицевые петли и кромочная одна. Провязываем. Лицевая сторона работы, и у нас 38 ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая, делаем накид. Здесь надо провязать 19 лицевых петель. Вяжем. Провязали, делаем накид, 2 изнаночные петли. В этом ряду мы снова формируем косичку, снимаем 2 петелечки, оставляем за работой, провязываем 2 лицевые с левой спицы. Теперь провязываем из дополнительной спицы, что мы снимали, петли. Снова снимаем на дополнительную и оставляем 2 петли перед работой. Провязываем со спицы 2 лицевые петли. И провязываем из дополнительной спицы 2 лицевые петли. Далее у нас идут 2 изнаночные. Делаем накид. 19 лицевых петель. Провязываем 19 лицевых, делаем накид, затем там одна лицевая у нас остается и одна кромочная. Провязываем. Изнаночная сторона работы. Это у нас 39 ряд. Кромочную снимаем. Здесь у нас 24 лицевые петли провязываем. Довязываем петли. Накиды провязываем за заднюю стеночку. Провязали 24 петли. Теперь у нас идут 8 изнаночных петель. Довязываем изнаночные петли. Далее у нас будет 24 лицевые петли и одна кромочная петля. Довязываем петли до конца ряда. Провязали 39 ряд. На спице у нас 58 петель. На этом вязание мысочка окончено. Теперь будем переходить к вязанию подошвы. Для этого петли распределим в такой последовательности. Провяжем 23 петли, в счет включаем кромочную, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Эти петли я отделю пока маркером. Теперь для вывязывания подошвы я беру 12 петель. Провяжем их пока по рисунку. Вяжем 2 изнаночные петли, 8 лицевых петель, 1 изнаночная петля. Теперь надо будет провязать одну петелечку, что относится к подошве, и одну петелечку, что относится к боковой части, провязать 2 вместе изнаночной петлей. Здесь у нас также должно быть 23 петли. Вот это 1 петля, 12-я к подошве относится, а здесь у нас 23 петли. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 и 1, 23 петли здесь. Теперь, после того, как мы провязали, здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 11 петель мы провязали подошвы. Теперь вяжем 2 петли вместе изнаночной. Поворачиваем вязание. Снимаем. Теперь будем все петли провязывать лицевыми петлями. Подошву мы будем вязать платочным вязанием. Значит, 1 петлю мы сняли, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали петель. Теперь надо провязать 2 петли вместе лицевой петлей. Я развернула петли и провязываю за заднюю стенку. Поворачиваем вязание. Снимаем первую петелечку. Далее вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель провязали. Вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Получается, мы с лицевой стороны провязываем 2 вместе изнаночной, а с изнаночной стороны провязываем 2 вместе лицевой петлей. Снимаем петелечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провязываем 2 вместе лицевой петлей. Я эти 2 петелечки разворачиваю и провязываю за заднюю стеночку. Вот так мы будем формировать подошву пинетки. Теперь давайте еще вот здесь на боковых частях пинеточки отсчитаем по 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повесим маркер. И с этой стороны сделаем точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для чего я это сделала? Я хочу на определенном этапе уменьшить ширину подошвы. В данный момент она у нас вяжется на 12 петлях,
А затем мы уменьшим. Значит, смотрите, вяжем так, как я показала, без изменений до маркеров вот этих, а затем там продолжим вязание вместе. Продолжайте вязать так, как мы провязали вот несколько рядов подошвы. Довязали подошву до маркеров, что мы пометили здесь на боковых частях. Теперь сузим немножко подошву пинетки. Значит, провяжем так. Снимаем одну петелечку. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель провязали. Теперь провяжем 2 петли вместе лицевой петлей и провяжем 2 петли вместе изнаночной петлей. Убираем этот маркер. Провязали 2 вместе изнаночной. Поворачиваем работу. Снимаем первую петелечку. Вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. Теперь вяжем 2 вместе лицевой петлей. И еще раз провяжем 2 вместе лицевой петлей. Маркер убрали. Развернула петли и провязываю 2 вместе лицевой петлей. Теперь у нас, значит, в работе петель на подошву должно быть на 2 меньше. Если изначально мы брали там 12 петель у нас было, то сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. Можно было, конечно, и не делать этой операции, да, что мы сделали с вами уменьшение петель. Но я так себе запланировала, хочу, чтобы подошва к пяточке немножко была сужена. И вот я решила немножко петли сузить. Теперь продолжаем так вязать. Все петельки вяжем, соединяем подошву, пока на боковых частях у нас вообще не останется петелек. Продолжаем работу. Мы продолжаем вязать в такой же последовательности, как и вязали подошву, до убавления петель. Пока не закончится у нас петли на боковых частях пинеточки. Вот, продолжаем вязать. После того, как мы провязали подошву, соединив ее и с боковыми частями пинетки, вот она имеет такой вид. Вот вначале здесь она, видите, была немножко шире, а дальше сузили пинеточку, подошву. Вот так выглядит наша работа на данном этапе. Такой вот мысочек здесь у нее. Теперь будем вязать заднюю часть пинеточки. Подниматься будем вот здесь по кромочным петлям.
В работу я ввожу нить другим цветом. При желании можно продолжить этой нитью. Но я для себя решила, что будет здесь смена нити. Так как смена нити, значит, первую петелечку провяжу лицевой. Далее вяжем лицевые петли. И присоединяемся к боковой части. Вот из кромочных петель поднимаем петли. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Вяжем лицевые петли. На данном этапе задняя часть пинетки будет вязаться платочным вязанием. Значит, петли все будем провязывать лицевыми. И здесь поднимаем петлю из кромочных петель. Вот так. Поворачиваем вязание. Продолжаем вязать лицевые петли. Здесь у нас уже добавились петельки. По мере того, как мы будем присоединяться к кромочным петлям здесь, у нас петли будут, естественно, добавляться. Изнаночная сторона работы. Вяжем также лицевые петли. Присоединяемся к боковой части, провязываем петелечку. Вот так. И смотрите, в такой последовательности, как мы провязали вот несколько рядов, будем поднимать с этой стороны 10 петель и с этой стороны поднимем 10 петель. Я думаю, вы справитесь. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно, а затем встретимся и продолжим вязание вместе. Смотрите, для наглядности я распределила петли на 3 спицы. Это у нас петелечки, что остались от подошвы, что мы вязали подошву 10 петель. Да? Здесь мы подняли по боковым частям 10 петель. Теперь что мы сделаем? Поднимем еще по одной петле. Здесь с боковых частей подняли одну петелечку. Теперь вот мы помечали маркером, там, где в самом начале мы провязывали язычок пинетки, да, вот этот ряд. Убираем этот маркер. И на этом ряду мы поднимем 3 петелечки. Вот изнаночная дорожка. Последний ряд, который мы провязали. И вот за эти дужки, смотрите, поднимем 3 петли. Вот так, одну петельку подняли, вторую и третью. Поворачиваем вязание. Одну петелечку крайнюю снимаем
Далее вяжем лицевые петли. Провязываем лицевые петли вот до этого места провяжем, а затем вместе сделаем. Там тоже надо будет добавлять петельки. Продолжаем так вязать вот лицевыми петлями до этого участка, где я вам показала. Провязываем последнюю петелечку на третьей спице. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. Поднимем еще одну петлю из кромочной. Подняли. Теперь смотрите, с этой стороны мы также помечали маркером. Рядочек убираем, и здесь тоже будем поднимать 3 петли. Вот это наша кромочная, вернее не кромочная, а изнаночная дорожка. Последний ряд мысочка, что провязывали. И вот за эти дужки 1, 2 и 3. Здесь мы поднимем также петельки. Вот первая дуга, поднимаем петельку. Вот вторая дуга, смотрите, поднимаем петелечку. Здесь можно, в принципе, взять крючок, может крючком, кому будет удобнее поднимать. И третья петля. Подняли. В данный момент у нас на трех спицах 38 петель. Здесь на этой спице 14, на противоположной также 14, и здесь петли задника 10 петель. 38. Далее будем вязать резинку. Распределим петли такой последовательности. Язычок я так спрячу, чтобы не мешал в работе. Кромочную петелечку снимаем, провяжем одну лицевую, затем 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. Резинку будем вязать 2 на 2. Продолжаем вязание так по кругу. Вот в конце ряда здесь провяжем вместе затем. А так вяжем резиночку 2 на 2. Смотрите, на спице в конце ряда у меня осталось, на левой спице осталось 4 петли. На правой я провязала 2 лицевые петли. Теперь вяжем 2 изнаночные и 1 лицевая петля. И кромочная провязываем изнаночной петлей. Получается, в конце ряда возле кромочной 1 лицевая, и в начале ряда возле кромочной 1 лицевая. Это получилось потому, что у нас четное количество петель, и если бы мы начинали вязать 2 лицевые, у нас бы вязание закончилось 2 изнаночными. А так, получается, я по одной петелечке лицевой провязала в начале ряда и в конце ряда. И будет у нас симметрично смотреться, что с одной, что с другой стороны.
Теперь изнаночная сторона работы. Продолжаем вязать резинку. Всего резиночку нам надо провязать 12 рядов. В принципе, я думаю, вы с резиночкой справитесь. Продолжайте вязать 12 рядов резинкой. После того, как мы провязали 12 рядов резинкой, закрываем петли. Я уже здесь в начале ряда начала закрывать петельки. Закрываем обычным способом, не туго. Провязываем. Здесь идут столбики из лицевых петель. Я провязала лицевой петлей и перебрасываю через петлю на правой спице. Дальше идут столбики, провязанные изнаночными петлями. Я, значит, буду провязывать изнаночной петлей и перебрасывать, закрывать петелечку. Закрываем, так продолжать. Продолжаем вязание. Закрываем так петли до конца ряда. Кажется. Довязав пинетки, вставляем шнурочек за вязочку. Этот шнурочек я вязала полым шнуром. Можно связать крючком его тоже. И вот такая модель у нас получилась пинеток. Спасибо за просмотр. До новых встреч!